В Актобе полицейские изъяли у местного жителя бронетранспортер. Его обнаружили на территории карьера в районе поселка Урлев. Выяснилось, что БТР-60, у которого отсутствуют опознавательные знаки и какие-либо боевые элементы, принадлежит одному из работников карьера. Как рассказал владелец, бронированную машину он приобрел около 20 лет назад у неизвестного. Технику полицейские выдворили на штрафстоянку. Мужчина пояснил, что БТР он в связи с ненадобностью решил продать. Материал зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 386 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование. БТР поставлен на коммунальную автостоянку в городе Актобе.